Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 25 июня, и балкон, и мой огород. Видите, да, наверное? Ха-ха. Перчики, такая красотень. Вот, это то, что наросло. Вот здесь, на этом только кустике, 4 перчика. Вот, раз, два, три, 4. Вот таких крупных. Там уже еще, конечно, есть чуть-чуть помельче. Так. Вот, вон там. Вот отсюда вот так видно. Вот, еще помельче есть. Но таких достаточно уже крупных. 4 штучки. Так, следующий кустик. А вот эти два будут одинаковые. Вот видите, да, темно-зеленые перцы. Смотрите, сколько их много. Вот. Вон они. Вот перчик, вот это темно-зеленые. Так, вот еще перчик. Здесь их много, но они пока еще не настолько крупные на этом кустике. Так, и такие же темно-зеленые перчики вот на вот этом кустике. Вот они, ой, так, вот, вот они. Две штучки. Вот здесь сверху есть еще, но он уже менее крупный. Вот и вот. Ну, короче, нарастут. Красота будет. Не пробовали еще. Не знаю, какие они будут на вкус. Получается, 2 темно-зеленых и один вот такой. Какого точно они будут цвета, сказать, пока не берусь. Не знаю, не помню. Ну что ж, будем наблюдать дальше. А я разворачиваюсь к огурцам. А те, которые росли у меня на подоконнике, уже нет. Ну, они уже старые плети, мы уже основную часть собрали. А это, которая помоложе, это зазуля. Ну что ж, та-да-дам, смотрите. Смотрите, какие огурцы наросли. Они реально, они огромные. Да вот надо уже собирать урожай. Ну что, как вам огурчики? По-моему, красота. Так, сейчас покажу здесь. Ой, вот на этом кусте. Вот они. Уже собираем. Они успевают вырасти вот такими здоровыми. О, смотрите, какой большой. О, больше моей ладони. Это сорт зазуля. Я про него уже рассказывала. Такой супер огурчик. Красавчик. С пупырочками. Все как положено ему быть. Такой хороший. Домашний. Отличные огурцы. Рекомендую. Это сорт зазуля. Суперский. Так что, друзья, если есть желание вырастить у себя дома на балконе огурцы, это вполне можно сделать. Вы видите своими глазами. Ну что ж, друзья, пойдемте собирать урожай. Так. Колючие. Так. Видите, какие красивые. Так. Огурчики. О, огроменный какой. Дали? Огурец вырос. Гигант просто. Так, ох, листья наросли. Так, еще как-то бы добраться до него. Ой, о, какие шикарные огурцы.
Вот. Не совсем ровный. Так, это маленький, мы пока трогать не будем. Ну, в принципе, уже огурцы у нас заканчиваются. Вон еще наверху один растет. Но пока я до него не достану. А вот и наш урожай. То, что мы сейчас с вами собрали. По-моему, нормально. Вполне хватит. И на салатик, и так просто погрызть. Тем более огурцы вкусные, действительно.